Доброе всем утро, если оно, конечно, таким бывает. Погода сегодня не радует, на улице дубарь, минус 8, говорит, моя машина, еще и туман. Но на самом деле утро радостное. Я сегодня, наконец, еду на нашу тренировочную базу, на наше стрельбище, для того, чтобы провести тренировки. Мы какое-то время простаивали из-за реконструкции нашего стрельбища. Сегодня мы вроде как начинаем уже нашу работу. И начинаем мы ее, конечно, с тренировки нашей бурсы, которая с нетерпением ждала начала тренировок. Сгрызла ногти по самые локти. И очень скучала за тем, чтобы стрелять, как и, наверное, все члены нашего клуба уже с ума сходить начали от отсутствия тренировок. Поэтому сегодня я хочу начать рассказывать, как у нас проходят тренировки, ну, такой себе в формате видеодневника, наверное, видеоблога. О том, как проходят тренировки в бурсе, о том, как проходят тренировки мои, ну, и, в общем, в каком-то таком вот формате буду с вами делиться. Пока еду, попробую напомнить вам или рассказать тем, кто не знает, о том, что такое наша стрелковая бурса и вообще, что такое тренировки. Собственно говоря, стрелковая бурса — это такой обучающий тренировочный проект наш в клубе «Практика». Руководит им Олег Доценко. Я являюсь одним из его инструкторов. И идея в том, чтобы системно, правильно, грамотно и качественно обучать наших студентов такому чудесному виду спорта, как практическая стрельба. Это системные тренировки, которые проходят в межсезонье, которые обязательны для посещения. И результат есть абсолютно у всех студентов. Из прошлого года там несколько человек, не помню точно сколько, не буду врать, выполнили норматив на кандидата в мастера спорта по этому виду спорта. Поэтому очень хорошо то, что мы опять возобновляем тренировки. И у нас еще есть все замечательные шансы отлично подготовить людей к соревновательному сезону 2017 года. Ну а как это будет происходить, вы посмотрите дальше. Ну вот, собственно, мы уже подъезжаем к нашей тренировочной базе. Кто еще не знает, где она находится, ссылка в описании к видео будет. На ее место расположения дорога заснеженная, можно повыпендриваться немножко. Вот. Учитывая то, что я опаздываю, я, наверное, буду не очень популярен. Ребята без меня уже, наверное, расчистили пол стрельбища, а я воспользуюсь плодами чужого труда. Так, если аккуратненько. А вот у нас и Владислав Збаранский, руководитель нашего клуба, тоже приехал посмотреть на подрастающую смену спортсменов, физкультурников, комсомольцев. Я приехал подыхать свежим повитрием. Что вы думаете щодо відновлення роботи? Стрільбища, щодо погоди? Думаю, смачного. Все чудово. А от то, що я обляпався, це не дуже. Ну, життя воно бентежне. Бентежне, капець, навіть не знаю. Ну що, все добре, сезон відновлюється, стрільба починається. Будемо сподіватися, що сезон буде ще краще, ніж минулий. Супер. Будемо старатися.
Вот, потянулись первые спортсмены, блин, тоже проспали, опоздавшие. Ничего, я тоже опоздал. Вот, привет. И девушки у нас тоже стреляют. А вот наша главная группа в полосатых купальниках. Инструктора, руководитель бурсы. На меня набегают. Помоги! Кто у нас сегодня? Виталий Печенко. Да, в новой шапочке. Руслан Хилько, наш инструктор. Вот, пошли дальше, посмотрим, кто у нас тут. Вон Гриша Аксенюк приветы передает. Дима Малюта, привет. Наконец-то. Звоняй ты. Наконец-то душа будет петь сегодня. Красота наша стрельбище. Звезда радиоэфира. Я посмотрела от начала до конца. Маме даже скинула. Мама. Да, о, Сережа Шульга. Привет. Один. Ну вот так. Привет, привет. Здорово, привет. Димончик, здорово. Здорово. И наш руководитель. Великий и ужасный. Давай чисти, давай чисти, что стоишь. Помогай. Давай, давай, да. Опоздала труба твоя, да? Да, да. У тебя два рубежа. Важный момент. Расписывание в журнале безопасности. Даже великие чемпионы Украины. Ветер, сколько раз ты чемпион Украины? Два раза. Два раза? Так. И те подтверждают свое знакомство с правилами безопасности. Сегодня мой инструктор Збаранский Владислав, между прочим. Цель нашей сегодняшней тренировки – это просто после большого перерыва вспомнить базу, вспомнить все. Поэтому у нас будет первый выстрел, вынос и какие-то базовые дозарядки, перенос. Можно помедленнее, я записываю? Резче. То есть одним движением резко. Оп. Пробуй. Резким движением, там уже по инерции. Сейчас мы поэтому. Сейчас просто. Стоп. Я смотрю за стойкой и корректирую. Сейчас просто по сигналу там начинаю. Ап! Скидываешься, делаешь. Стоп. Ап! Ап! Разблокируй. Задача, ты стоишь уже в стойке. То есть встань в стойку, вот, себе стоишь, потом убери руки и останься в этой позиции тела. У тебя на вскидке должны работать только руки. Я в курсе, я же тебе с болтики взял. Хорошо, больше страдаешь. Вы готов? Готов. Внимание! 1.35. Чуть быстрее это чуть. Ну реально быстрее. Контрольный стык. Увер. Ты геморрой? Лево, право. Я правый, да. Да, то есть вот этих вот я не сделаю, потому что. Уважаемый инструктор, а что за беспредел? Да я так, показываю. Ты готов? Кому? Кто смотрит? Я смотрю. Да. Внимание. Я смотрю, да. Куда целитесь?
Я как раз целюсь по верхнему срезу. С ружье, видишь, как вот танк работает. Можно без куда их сортить. Я понимаю. Сейчас раз, два, три, да? Раз, два, три, да. С переносом работаем. С переносом в нижнем? Не-не-не. Здесь зачем? Здесь рубка дистанция, здесь опа и все. То есть. Это я сказал. Проходил, звертал увагу, протяг. Все, готов? Готов. Внимание. Второе положение руки. Так, первый 1.10 и мисс был. Второй. 10-1-06-1-37. Так, все, готов? Готов. Внимание! Который можно сравнить, заряжаем. По таймеру? Да. 8 просто в магазин загнать без... 8 загоняем выстрел. И делаем первый выстрел, результативно. Ну тогда же быстрее мне загнать 9. Вы, интересно, вот посетил стрельбище практика. Я себе купил пневматику для самообороны. Вот мне объяснили, что это очень хорошее средство. Флобер надо было брать. Ну, флоберт у меня как вторичка. Если заклинит пневматику... А я слышал, что для флобера разрешение надо. Это очень большой калибр. И... Да, все верно. Да, да, громко. Правильно. Главное психологический эффект от выстрела флобере. Вот он громко стреляет. А какое останавливающее можно, действие? Пулька маленькая, скорость большая. Очень большое останавливающее действие. Я теперь правильно понимаю, ни одна белка на тебя теперь не нападет. Вот. Это вот Карина. Вот. Скажи, когда ты первый раз ружье в руки взяла? Свое или вообще? Вадим, ну вот свое, вот когда ты начала стрелять, тренироваться. Ну, Мосберг я купила 11 октября 2016 года. То есть 2 месяца назад, грубо говоря. И вот. Ну и вот, и уже получается. А до этого опыта ж особо не было. Ну, своего нет, естественно, был Сапсан, были тиры. Но немного, да? Да, был даже клуб «Дикостые» в 95-м году. Понятно, вот. Так вот, собственно говоря, за 2 месяца с новым Мосбергом человек уже начинает стрелять. Как тебе Мосберг? Мосберг тебе как? Как после, вам первое? После новогодних каникул отличная тренировка. Отлично почистили снег для зарядочки. Да. А потом выстрелы, просто прелесть. Спасибо тренерам, наставникам за душевную встречу после долгой разгрузки. А что отрабатывали? Отрабатывали первый выстрел, упражнение первое, второй выстрел, сплиты на скорость и на умение холощения, которое было отработано за это время. Внимание. Оп! Митиш первый. Да, и тебя качнуло сейчас. Вперед чуть-чуть. Первый не доводишь приклад еще в плечо, а уже выстрел идет. Дома нахолостил скидку, да? Без выстрела. Контролируй мушку на первом выстреле. Торопишься, и первый промах идет. Внимание. Оп! То же самое. Как тебе? Ощущение от того, что у нас бурцевое стрельбище заработало. Ощущение самое радостное. Вот, наконец-то, может быть, это нелепое общение в группе утихомирится. Общение обо всем, кроме стрельбы. А с другой стороны, опять головная боль. Эти регистрации, эти тренировки, это организации всего. Да, так спокойно было 2 месяца, да, вообще вот, спокойно, штиль. Вроде стрелковый клуб, и никто не достает стрельбой. Стрелковый клуб есть? Есть. Проблем есть? Нет. Нет, да, великолепно. Было отлично, сейчас это опять начнется. Патроны, стрельба. Когда у нас что там, тренировка? Железо туда, железо обратно, снег убрать. Я щит прострелил, ой-ой. Да. В общем, ну его все, да? Я предлагаю, вот размялись и хватит. Еще месяцок отдыхать.